кто это едет в путешествие на поля. Яшечка, как тебе там? Поехали. Вдоль канала. Наша дорога к тюльпановым полям с Няшечкой ведет через всякие фермы. Тут прям вот дорога проходит через ферму. Вот наши друзья. Мы поехали вчетвером. Наш маршрут с какой станции? Наш маршрут начинается со станции Хилигом. Сколько? Мы сюда ехали час, сколько он должен продлиться? Еще 3 часа. Знаешь, что ребята еще до нас ехали час. Я понимаю. Ребята герои. Это развлечение для туристов, а мы, конечно, поедем смотреть более дикие поля. Господи, сколько народа, они соблюдают дистанцию, да? Поехали. Дальше они плыли опечаленные сердцем. Няша. Это Няша. Это тюльпановые поля. А вас не штрафуют за излишнюю сладость? Да, конечно, они там в эфире. Пользуясь случаем, хочу передать привет своей подруге Маше, с которой мы сюда приезжали, и тут были нарциссовые поля. Вот сейчас самое время для тюльпанов. Прошел, кажется, месяц с тех пор, как мы здесь были. Я заехала, проведала тот самый желтый рояль, или что там, пианино было. А теперь посмотрите налево! Потом, наверное, когда уже...
Теперь мы достоверно знаем, что толпы людей на тюльпановых полях различаются не только туристами, но даже когда все границы закрыты, все равно на тюльпановых полях не притолкнуться. Полный транспортный коллапс, столько машин, не предназначены дороги для такого количества транспорта, но разве что для такого количества велосипедов, то не факт. Здесь вот уже тюльпаны убрали, собирают, видимо, луковицы, а вот там дальше еще есть. Няшечка, кто на поле приехал гулять? Няш, серьезно? Да, да. Зрители часто спрашивают, пахнет ли возле тюльпановых полей, но возле тюльпановых пахнет не очень, а вот возле гиацинтовых, о да, жалко, что видео не передает запах. Кто переживал по поводу того, что все это только бизнес и никаких пчелок? Пчелки тут. Надеюсь, видно. Вот она. Ну, вообще, конечно, и бизнес это тоже. С этим спорить не надо. Итого 21:18, мы уже дома несколько часов, устали, конечно, но круто очень съездили, мне прям очень понравилось. Мы проехали в районе 40 километров, наверное.